Участники уникальной экспедиции «Полюс холода соединяет океаны» встретились с журналистами. Задачи этого проекта весьма обширные. Члены экспедиции доказали, что можно проделать путь от Тихого до Северного Ледовитого океана, не выходя на сушу. Параллельно был решен ряд задач. Установлены мерзлотные логеры в ранее недоступных местах, собраны пробы воды на всем протяжении пути, изучались популяции белокрылых орланов, а также была проведена топосъемка легендарного Зашиверска, города, погибшего от оспы. Основной костяк команды составили спасатели Якутии. Чисто социальная задача, которая была, стояла перед нашей экспедицией, это вот с помощью средств массовой информации, журналистов телеканала «Моя планета» мы провели, скажем, ну, покажем России те проблемы, которые, с которыми сталкиваются, те трудности, с которыми сталкиваются жители Якутской Арктики.